качество от фермы до прилавка. Ничего не видно. Вот, смотрите, сейчас она повернется уже. Магазины, метро, все рядом. 101. Квартира в жилом районе с весом от 2 700 000 рублей. 2 3 5 3 5 3. Звезда. Ну все, я ее на видео сниму. Гордо. Да, я такая. Кто тут в шкафу сидит, Алиса? Ну-ка. Ну-ка, вылазь давай. Алиса. Алиса. Пугливая кошка. Просто прокладка, бюджет пилить. Все деньги. Алиса. Алиска. Алиса. Алиса. Кто тут без чувств валяется? Мамка загоняла, да? Алиска устала. Устала киса. Никакие игры мне, скажи, не заманишь меня, дай полежать. Алиса, кто тут самый красивый? Кто самый красивый? Оставьте в покое меня. Саша, что бы ни случилось, были ли ошибки, не было ошибок в прокате Каролины. Да, Лис, скажи, оставьте меня в покое. Я хочу отдохнуть. Я устала. Такое большое количество девочек, и наши, наверное, в том числе, благодаря ее великолепному катанию, тоже вот как кумира ее выбрали, на нее равнялись и шли по этому нелегкому пути. Многих она привела в фигурное катание своим великолепным выступлением. Молодец, Каролина. Я, честно говоря, никогда в жизни вот не видела, что так, как сейчас, она боролась за каждый прыжок, боролась за это выступление, цеплялась за каждый выезд.
Я не сказала, тая сосиска. Если не во сняли, но все остальное все более или менее хорошо отплюсовано. Все равно старалась, очень старалась, Каролина. Конечно, совершенно другой человек вот уже на четвертую Олимпиаду приехал. Напомню, кстати, Каролина. Нет, кто там выглядывает? А, Алиска. Кто выглядывает? Кто выглядывает там? С антресоли. А? Хулиганка. Забралась туда и сидит там, выглядывает. Я тут главная. Найди кошку. В темноте называется. Вот так Алиска у нас развлекается. Лазит наверх. Да, Лис, скажи, я так развлекаюсь. Да? Я так развлекаюсь. Морда маленькая. Алис. Алиса. Ку-ку. Скажи привет. Я стесняюсь. Ну, сиди там дальше. Что там? Ну что ты хочешь?